даже не знаю, что это такое. Сигнализация. Тента. Airbag, dual airbag. Знаменитый Land Cruiser Prodig. Продосик дизельный. 1 КЗ. 3 литра. 1 КЗ ТИ. Санруф, манруф. Опа-ля. Помыть надо. Фокус. Очень чистенький. Щип чиста. Смотрите мою рожицу. Нажмем кнопочка. Чем отличается ТЗ от ТХ? Ну, это типа жирный материал. О, до конца опустились. Вот этот жирный материал. Дерево, древесина, кожа. Потом вот эта штукенция. Капхолдер. Опля. Пассажир. Вот такая штука. Вот такая штука. Вот такой капхолдер. Five speed. Four high. High and high with locker. And super low. То есть он постоянный полный привод. Это одна лампочка надо поменять. Это не горит лампадочка. Давай мотор покажу. В общем, он постоянный полный привод. Потом можно выбирать постоянный полный привод high, этот с блокировкой. Средний и понижайка со средней блокировкой, а задний у него LSD, rear axle с LSD. Fuel pump, dual battery with intermission. Вот TZ, always with dual battery with intermission. Вот это важная информация. Run straight. Сейчас torch wheels. Кованые диски. Ковка. Рельсов нету, рельсов нету. Что-то трясется. Ну-ка послушаем этот задний свисток. Very clean. Вот он у нас. Хозяин уже второй. Я не мыл, спал, устал, как собака. Так. Задняя дверка. Ситка не провисла. Тут у нас тоже не провис. Это задний стоп-сигнал. Сиденье надо на место привернуть. Все там на месте. Все болтики на месте. Свет горит. Тут аварийный знак. Тут инструменты. Вот они, красавчики. Original tools and jack. Тут у нас вольтаж. Сиденье надо будет на место привернуть. Так, лампочка пока выключу. Так, давай этот сейчас покажу. Тут подогрев. Очень чистенький. Сзади у него блокировочка. Не блокировочка, а как его называют? Rear axle. Slip limited deep lock.
Ее называют LSD мост. Специальное масло должно быть special oil for your or oil with additive. Так. А rear heater, печурка задняя, в тесной печурке вьется огонь. Или как там? Так, так, оп, отодвинем. Так, можно отодвигалки поиграть для пассажиров. Чистенький. Очень чистенький. Едет сказка вообще. Сказочник. Не едет, а сказочник просто. Просто сказка. Проверьте на слово. Так, это автомата. Ну ладно, до конца не буду. Я на маленькой скорости люблю ездить с этими, с открытыми форточками, чтобы воздух свежий. Так, ну и вот эта ручечка. Опля. Вот такая штука есть-то. Как он там, отбойник, ветровик-отбойник. Там у нее шоканчик еще есть, да? Это у нее размер резины. Airbag. А, кстати, нету. Музыка что-то не работает, этого нету. Его нету. Нету этого. Диска. Нет. Кто что подскажет? У меня музыка не родная, походу стоит. И нужна это. Нужна диск, чтобы магнитофон в открытом положении застрял. Я, кстати, помню, как ясен пень, вот за этот радосик мы бились на аукционе до последнего, потому что ушел он дорого. Наверное, походу, потому что хорошее состояние, хотя пробег по 200, сколько с копьем, 199, сколько там, что-то. А, ну так. Видать, из-за того, что очень хорошее состояние, очень хорошее, да? Berg Forge Technology Daily Light Units. Поп-ап. Так что взять. Вот эти вот окошечки. Вот так вот нужно проветривать. Для пердунов, короче, старых. Так вот, тут так вот, да. Не ешьте сахар. Меньше сахара. Все, круг почета. Пишите в комментах, как дела, как там правый руль у нас в России, исчезает или нет, вон зомби орёт, зомби, здесь часто зомби ходят, тут вот ему надо, к ебальнику, наверное, а может нет, а может хороший парень. Красавчик. Смотрите. Ну
ну здесь они безобидные, никого не трогают. Это самое. В общем, в центре города там много воришек, они могут и стекло разбить, и это самое. В этом плане здесь, конечно, люди друг друга особо-то не трогают. Но если что плохо лежит, могут свистнуть, если дверка открыта. В городе, правда, это, ну, в центре, там по беспредельнику, там могут разбить окошко. И могут скоммуниздить, как говорится, да? Посвисти мотором. This is adjustable. You can adjust by height. Вот это, правда, почему-то наклон. You cannot adjust angle. But you can adjust heightness. Так, погнали, да? Городских. First gear. E-brake. Вот он, e-brake. Чунг. А, ремень, давай застегнем эту лампочку. Сейчас народ будет спрашивать, что там за лампочки горит. Safety belt, пум. Все, клин. Посвистим. Shifts perfect. Оп, свет выключим. Поехали за нашим бомжиком. Как раньше в патрульно-постовой службе работали. Мы вот так едем. Идет бомжик. Хренакс. И нету бомжика. Ну и алкоголик там, да. О, какие у него очки красивые. А, что-то я не туда заехал. Прикалывались. Молодые были, когда полиционерами работали. Меня как-то заманили родственники. Милиционерскую службу. 10 лет на УАЗике отрубил. Runs great. Вот, second gear. Свисток. Уже классно работает со, с таким, с подсвистыванием. Ну, кто знает, такой, как К-700. Кто слышал в деревнях, как К-700 работает? Что-то на второй передаче он проснулся. В тапочках неудобно. Третье. Third gear. Ух. Ездил бы целыми днями на нем. Как маландой джигит. В общем, просто не машина, а сказка. Бывают тут машины, например, вот steering wheel runs perfect, suspension perfect, sway bar perfect, shifting perfect, engine perfect, everything, check, AC works, в общем, folding mirrors works, extra speaker, because it's high stream level, это, блин, вот тебе. It was, sorry, it was third speed. Третья передача была. Одной рукой сложно. Опа-ля. Приехали в наше царство. Вот оно, наше царство. И там еще в конце, то есть на той стороне тоже много чего царственного у нас. Приезжайте к нам в Магадан. Вот. Кстати, тут много ребят с Гондураса.
но встречаю. Я им, конечно, не говорю, что лучше гондурасить, колымить в Гондурасе, да, чем гондурасить на Колыме, да. Ну вот есть такие ребятки с Гондураса, с других, как у них говорят, по-другому Хондурас. Все, вот еще красавчик стоит. Красавец вот этот. Так, кто подскажет тут по этой штуке? Не хватает, он говорит, что не хватает этого карты, я так понял, CD-карты, да? Какой-то надо чипок воткнуть, чтобы он закрылся. Как его это, оживить эту музыку. Конечно, она все равно не подходит тут. Все равно надо ее менять. Потому что телевизор все равно не показывает. Вот, телевизор все равно не показывает. И радио FM не то. Хотя можно купить адаптер, конечно. Вот, все, давайте. До встречи, ребята. See you later, JDM Brothers. Peace.